Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена Сирано вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще, ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома, на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время, каждую субботу и воскресенье. В 15:00 начинается курс «Нутрициология», поддерживаемый компанией Nestlé. 15:30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Научный руководитель, профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. 16:00. Курс «Дентальная имплантация». Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. 16:30. Авторский курс мини-лекций по кардиологии «Кардиологика» читает председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы оториноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4000 врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 тысяч кодов НМО. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатников. 18:00. Курс нефрологии. Научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. 18:30. Курс «Неврологии для педиатров». Научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора, мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. 19:30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии», научный руководитель направления – профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20:00 начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. До встречи! Глубокоуважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска.
Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Продолжаем наш разговор о возможных осложнениях в ходе хирургической процедуры установки дентальных имплантатов. Рассмотрим осложнения, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде. Такие осложнения могут возникнуть в ближайшие 7-10 дней, но по сути связаны не столько с самой имплантацией, сколько с более или менее сложным и значительным по объему оперативным вмешательством в полости рта. В этот период могут наблюдаться гематомы и кровоизлияния, расхождение швов, воспалительные процессы в околочелюстных мягких тканях, болевой синдром. Перечисленные выше осложнения наблюдаются достаточно редко и в большинстве случаев обусловлены или возникшими во время операции осложнениями, или несоблюдением принципов атравматичного вмешательства, или игнорированием пациентом рекомендации врача. Какие же осложнения могут возникнуть в период функционирования имплантатов? Одно из осложнений – синусит верхнечелюстной пазухи. Причиной синусита может быть переимплантит в области установленного в непосредственной близости с верхнечелюстной пазухой имплантата. Распространение воспалительного процесса на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи может происходить при переимплантите любого происхождения, как нисходящим, так и ретроградным переимплантите. Кроме того, при возникновении рентгенного синусита та область кости, где в непосредственной близости с пазухой расположен имплантат, может быть вовлечена в воспалительный процесс, и тогда имплантат и окружающие его ткани могут стать вторичным очагом, поддерживающим воспаление в верхнечелюстной пазухе. Принципиальным при лечении синусита является вопрос о роли имплантата в его развитии. Если имеются признаки переимплантита или не наблюдается подвижность имплантата, его необходимо удалить и провести комплексное противовоспалительное лечение синусита. Как правило, после удаления имплантата формируется синусоральный свич. Его пластику можно производить через 6 месяцев после купирования воспалительных явлений верхнечелюстной пазухи. При отсутствии подвижности имплантата, клинических и рентгенологических признаков переимплантита и при наличии очевидной рентгенной этиологии синусита, наиболее рациональным способом является консервативное лечение. Оно должно быть направлено на устранение причины синусита, а также включает промывание пазухи растворами антисептиков через проколы или установленные в ее переднюю или латеральную стенки катетер, восстановление носового дыхания, медикаментозную противовоспалительную терапию. Удаление имплантатов в такой ситуации не показано. Следующее осложнение, который может произойти, механическое повреждение и переломы компонентов имплантатов и протезов. Циклические нагрузки и механическое напряжение, возникающие в протезе и компонентах имплантатов во время жевания, могут вызвать пластическую деформацию и даже привести к перелому протеза самого имплантата или его компонентов. В большей степени пластическим деформациям подвержены участки соединения компонентов имплантата, в первую очередь фиксирующие протезы, винты и их резьбовое соединение с головками имплантата. Кроме того, место соединения головки с внутрикостной частью имплантата также может деформироваться в результате циклических нагрузок. Кроме того, место соединения головки
с внутрикостной частью имплантата также может деформироваться в результате циклических нагрузок. Признаком деформации компонентов имплантата является незначительная подвижность протеза с характерным стуком, который ощущается при его принудительном расшатывании. При возникновении деформации и ослаблении соединений имплантата и протеза необходимо снять протез и сильнее затянуть резьбовые соединения, либо заменить соответствующие компоненты имплантата. При переломах ортопедических компонентов имплантата необходимо произвести их замену, а при переломе самого имплантата показано удаление оставшейся кости его части. Чаще наблюдаются переломы пластиночных имплантатов в области их шейки, а также цилиндрических пористых имплантатов, изготовленных методом порошковой металлургии, реже винтовых имплантатов. Причиной перелома внутрикостной части имплантата является неадекватная механическая нагрузка, вызывающая усталостные переломы даже таких прочных металлов, как титан. Обычно такая нагрузка возникает при частичной расцементировки протезов, когда сила интеграции имплантата с костью настолько велика, что происходит не дезинтеграция за счет резорбции костной ткани, а перелом металлического имплантата. Удаление сломанной внутрикостной части пластиночного имплантата представляет собой весьма трудоемкую операцию. С этой целью необходимо соблюдать правила атравматичного препарирования, выпилить канавку по всему периметру и на всю глубину отломка, после чего элеватором вывихнуть и удалить сломанный фрагмент имплантата. Затем можно провести реимплантацию с пластикой костного дефекта при помощи метода направленной регенерации кости. Иногда из-за небольшой толщины альвеолярного отростка сформировать канавку по периметру сломанной части пластиночного имплантата не представляется возможным, поэтому приходится прибегать к блоковой резекции части альвеолярного отростка, содержащей сломанный имплантат. В этом случае остается значительный дефект альвеолярного отростка, который необходимо замещать, используя методы, направленные регенерации. Еще более сложным, если не безнадежным, является удаление сломанных внутрикостных элементов пористых имплантатов. Находящиеся в кости их части можно удалить только посредством блоковой резекции или выпиливания костных фрагментов при помощи трепанов. Удаление сломанных внутрикостных элементов винтовой и цилиндрической формы также приходится осуществлять при помощи трепанов, оставляя довольно значительные дефекты альвеолярного отростка. Учитывая травматичность и последствия удаления частей имплантата, в ряде случаев можно предусмотреть установку новых имплантатов рядом со сломавшимися. Такой подход может считаться вполне допустимым, так как наличие части имплантата в костной ткани челюсти не может причинять какого-либо очевидного вреда здоровью пациента. Но в ряде случаев позволит провести имплантацию и сохранить объем, форму и целостность альвеолярного отростка. Обычно пациенты соглашаются с таким решением во избежание дополнительной операции и предпочитая иметь новую возможность несъемного протезирования. Переломы зубных протезов также являются следствием усталостных переломов металлического базиса. При этом необходимо проанализировать причину, конструктивные дефекты, расцементировка или неправильное распределение жевательной нагрузки и впоследствии изготовить новый зубной протез.
Могут также происходить переломы пластмассовой части металлоакриловых протезов с десневой маской. При таких повреждениях производится починка протеза или переделывание пластмассы, переделывается пластмассовая его часть. На этом данная тема завершена. Спасибо за внимание.